«Славянка» успешно справляется с санкционным давлением и наращивает объемы производства. Только в этом году плюс 12%. Производственная мощность предприятия более 650 тысяч единиц в год. Внешние поставки за 10 месяцев выросли на 25%. Богатая история предприятия нашла воплощение на аллее трудовой славы. Накануне на Минской произошла серьезная авария. На выезде из города столкнулись три иномарки. Водитель «Пежо» не справился с управлением, врезался в попутный «Мерседес», а после его вынесло на встречку, где произошло лобовое столкновение с «Опелем». Пострадали 4 человека. Понадобилась помощь спасателей. В Бобруйске появился препарат от коронавируса. Лекарство «Скайвира» можно приобрести в аптеке на Интернациональной, но только по рецепту. Принимать его необходимо согласно рекомендациям и только под наблюдением врача. В упаковке 10 таблеток. Рассчитаны они на один полноценный курс в 5 дней. Продлевать его нельзя. На площади Ленина зальют каток. Коробка разместилась прямо у главной елки, размер 30 на 17 метров. Сотрудники депо уже смонтировали ограждение и утрамбовали снег. Здесь же будет открыт пункт проката коньков. Катания бесплатные. Всего же в городе появится свыше 20 таких площадок. Подготовят и 3 лыжные трассы. В городе планируют запустить совместный проект синагоги и отеля туристов в программе посещения еврейского дворика Аллеи Праведников, место, где в годы Великой Отечественной располагалось гетто. Для гостей также проведут мастер-класс по изготовлению мацы.